Пойди сюда. Ладно. Карта сокровищ. Отлично. И бродяга, приготовься. Душеед. Откуда тут вообще душеед? Почему твоя вина? Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Сундук связан с цепью ловушек. Не вижу ловушек.
ловушек. А он вот уверен... Чем я думал. Вон там. Знаю, знаю, нельзя доверять кольцу.
Отец, берегись! На Мюрка! Я готов! Сын. Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Мы поговорим с Синим. Сын, сюда. Слушаюсь. Так, запишу это в дневник. Ты правда неплох. Андвари говорит спасибо. Вы нашли молот? Или были заняты перетряхиванием всех закоулков? Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен.
Парнишка-то мямля, а? Да ничего, перерастет. Ну, что нужно? Заходи, когда что понадобится. Ну, что вы там нашли? В другой раз, видимо. Сейчас все устроим. Материал весьма прочный. С твоим напором денек продержится. Сынок? Кто полезет, сразу им в зубы суй. Знаешь, чего хочешь?
На что там с другим делом?
там внизу. Водой еще один затонувший корабль. Разобрались. Смотри. Слушаюсь. Еще одна карта сокровищ.
Я что-то вижу наверху. Чалим здесь? Вижу что-то внизу.
сын. Ладно. Кто это написал? Вижу что-то внизу.
Светильники Тюра. Символ света, который связывает вместе все миры. Зачем ему эти странные руны? Если подумать, то незачем. Эти руны мы видели, но такие прочесть я не могу. Я не прочту, пока не соберем весь шифр. Что-то внизу. Ah!